Всем привет! Сегодня мы будем играть во вторую часть похода Алисы в школу. Погнали! Так, сегодня мы будем посещать именно те места, где мы не были, да? Она снова с нами приветствуется, здравствуйте, но мы-то уже все знаем. Так, где мы с тобой не были? Мы не ходили кушать. Вот здесь мы не были. Ну, я и говорю, в столовую мы не ходили кушать. Ну, давай начнем со столовой. Нет, я хочу с этой. Нет, с этой? Окей. Что это тут у нас? Я уже играла. Это игра какая-то? Да, я уже играла. Ты уже играла в ней? Ну, так покажи нам, что это за игра. Так, давай. А что здесь надо делать? Я за девочку. Так, види прямо. Надо просто соединялки делать? Да. Отлично. А, это игра внутри игры, да, на логику? Да. Надо будет соединять. Окей, левел 2. Так, ну тут один только человек играет. Просто тут правильно, либо неправильно, по логике, как ты составишь. Так, ну до какого уровня? Давай до 5-го, наверное, поиграем. Да, давай до 5-го, потому что ты когда играл до 5-го. Мне надо... Так, Ты синий или фиолетовый? Давай, я синий. Я фиолетовый, значит. Так, вот так синий, вот так фиолетовый. Да. Отлично. Все, ребятки, бегом бегут к своим местам. Так, что у нас дальше? Это был 3-й, да, уровень? Да. 4-й, смотри, уже посложнее. Так, у меня не сложно. Так, а синий как пойдет? Нет, отмену надо делать. Вот так пойдет он, вот так пойдет фиолетовый, а вот так синий. В этом уровне я не могла разобраться. Ну вот так, же, разобрались вместе. Я буду за девочек. Ну хорошо, за девочек, но их надо соединить тебе правильно. Так, молодец, так, правильно. Ну а мальчики точно так же. Ничего тут сложного. Вот, все дошли правильно. Так, ребятки, добежали. У нас уже 6-й уровень. Что, до 10, что ли, будем? Куда ты его? Так, подожди. Ну, давай, смотри, как кого я ты поведешь. Я сначала тебя поведу, потом свою. Так, и второй. Так, отлично! Все, давай еще пару уровней и пойдем давай дальше смотреть. Пойдем покушаем, наверное, в столовую. Давай. Я голодный, кушать хочу, как волк. А я так, как медведь. А ты как медведь. Окей, 7-й уровень у нас. Так, у меня девочка. Так, как. Вот так. Так, дальше что? А теперь как ты синюю поведешь? Не-не-не, ну я просто тебя спросил. Смотри, вот так, наверное, синий поведется. Вот так. Ты-то все правильно повела. И теперь фиолетовый. Все. И давай еще последний уровень и все. Еще один. Окей, напоследочек. Победа! Он у финиша. Супер. И последний, самый главный уровень. Какой? Вот этот. 8-й. Так. Так, теперь ты очень думаешь, интересно, что? Почему ты так ее повела? Ты неправильно ее повела. Объясняю почему. Потому что фиолетовому тоже надо бежать. А бежать ему будет некуда. А вот теперь все нормально, видишь? Так, мы идем куда? Кушать идем? Мы же рисовали же уже, да? Нет. Как? Рисовали мы в прошлый раз, ребят. А что мы не делали? Мы не кушали. Мы не кушали еще. И да, и не убирались, по-моему. Давай покушаем и потом будем прибираться. Давай, что мальчик хочет? Сок хочет, апельсиновый. Зачем ты лимонный делаешь? А, да, лимон, апельсин, и что ты будешь делать? Банан. Это какой-то смузи у тебя, какой-то коктейль, я не знаю. А он что хотел? Он хотел вот такой. О, а что там в этом соке? Просто апельсиновый, наверное, сок. Ну вот у нас такой же. Такой же, да? По цвету подходит и ладно, да? Да. Ну, я надеюсь, ему понравится. Теперь ему хочется... Кексика сделать. Кексик надо еще готовить, что ли? Да. Ужас, ничего себе. Тут еще и готовить надо самому. Да. Ну давай, накладывай теперь ингредиенты. Теперь ты. Так, теперь я, теперь ты. Потом яйцо, потом ты, муку вроде бы. Окей, да, флаур — это мука. Отлично. Все, размешиваем? Да, размешиваем. Бери венчик, размешивай.
Я сразу вспоминаю игру, где ты пекарем. Помнишь, была? И я. Ты чё, мы тут тоже пекари? Как наливать? Вот так. Все, он наливает. Всё, он слетает. Еще печь. Сейчас еще запекать все это. Так, нам ставить еще будем? Нет? Ну ладно, хоть готовиться быстро, уже готово. Да. Теперь что надо? А, еще украшать надо. А он каким? Нет, он же не таким цветом хотел. Он хотел с какой-то посыпкой. Он мальчик, ему надо такое. Вот шоколадную посыпку ему сделаем. Так, вот это он хотел Он хотел шоколадную посыпку. А я хочу это. Хорошо. Ты хочешь, а он хотел другую. Это ну, тоже... вроде бы довольный остался. Это тоже кексик. Так, этот пацан тоже хочет соку. Сделай ему апельсиновый сок. Банановый сок. Просто банан? Все три банан? Да. Ну хорошо. Да. Смотри, какой у него желтый насыщенный, да? Апельсиновый не такой, по-моему, был. Не, у нас апельсин. Так, готов сок. И банан. Здесь-то просто банан. Так, и что, пиццу хочет? А пиццу тоже готовить надо. Слушай, ну мы тут поварами. Я говорю, мы в школу пришли, в первой части мы занимались ремонтом, одевали ребяток, ремонтировали инструмент. Во второй части мы тут в столовой кушать готовим. Ну как няни. Вообще, ну это не школа, а это детский сад какой-то. Это няня сад. Так, давай. Это няня сад. Кетчуп размешивай его, размазывай. Он убольшивается. Так, отлично, теперь сыр. Давай, беги. Еще что у нас, колбаса, наверное? Давай так. Мясную, наверное, какую-нибудь. Я хочу... Для пацана мясная, самое то. Вот она, да. Крутяк. Я бы сейчас тоже от кусочка пиццы не отказался. И я очень... И ты тоже? А вы бы съели сейчас кусочек пиццы, а, ребята? Ха! Видя такую красоту, да? Я очень люблю пиццу. Любишь пиццу? Да, 4 сыра. 4 сыра, да. Так, это разрезали. Жар... Все, давай кусочек ему клади. Все. Да сколько можно кушать-то уже, ребята? Ему надо тоже с собой. Он хочет воды и макарон тоже с собой. Да. Вот они проглоты маленькие, а? Все, окей. Так, куда пойдем дальше? Так, что я хочу выбираться. Здесь? Это здесь уборка? Учительница говорит, ребята, посмотрите, что здесь творится. Так, я мусор буду убирать. Давай, ты убирай мусор. Вот это мусор? Ну, смотри, здесь в одном баке экологически чистый мусор, типа бумаги, да? А в другом, я так думаю, ну, типа, наверное, что-то другое. Сейчас будем смотреть. Так, пицца. Пицца. Видишь, бак потрёсся железный, значит, это пищевые отходы. Так, я вот это буду. Ну, вот смотри, банановая кожура, это пищевые отходы в железный бак. Так, дальше. Вот, это вторичная переработка в синий бак. Так, давай все делать вместе. Давай, делай, я буду смотреть. Так, все, мусор ты выкинула. Теперь надо прибраться. Ставь клей на полку, линейку, учебник, глобус не надо. Так, карандаши, краски. Это что, чернила были, да? Чернила, по-моему, карандаш, ножницы. В общем, у нас уборка идет полным ходом. Еще один учебник. Все, нет, по-моему, еще что-то ты забыла. Вот еще один учебник. А теперь надо стулья поправить. Все, стулья поправили. Теперь надо убрать воду. Налили эти хулиганы воды. А теперь надо оттереть все стулья. Посмотри, как все грязно. Все испачкали эти маленькие хулиганы, школьники, да? Да. Все, готово. Да. Ну вот, ты можешь теперь поменять цвет стульев, выбрать интерьер. Так, Алиса поменяла парты на зеленый, и стулья тоже на зеленый. А обои, смотри, какие красивые, зеленые с деревьями, да? Все? Все супер, готово. Всё. Вот он наш новый класс, да? Крутяк. Теперь надо учебники ребяткам разложить. Вот здесь мальчик будет сидеть. Ты уже знаешь, кто где будет сидеть? Вот здесь девочка. Вот здесь мальчик. Здорово. Вот там девочка. Так.
Так. Что надо сделать? Сегодня мы учим буквы. Букву А. Отлично, это большая буква, а я нарисую маленькую. А еще можно вот так ее нарисовать, смотри. Отлично, готово. Супер. Вот так вот, сегодня мы будем учить букву А. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Смотрите наши новые выпуски, не забывайте про старые. Пока-пока. Пока, школа.